Всем с добрым утром. Я делаю это сразу с утра. Мне повезло, Джашик опять заснул утром рано. Я успела принять ванну, себя привести в порядок. И вот с вами буду чаевать. Пока Анжелика в колледже и Джашик спит, я думаю, сразу запишу вам ответ на вопрос. Итак, какой у нас очередной вопрос? Я думаю, это многие меня спрашивали вопросы на эту тему. Сегодня я буду отвечать, какие продукты питания в Америке мне нравятся и что нравится американцам из того, что я готовлю. Какая еще еда вашей страны нравится вашей семье, моему мужу, моей семье. В общем, какие продукты питания мне нравятся здесь. Вы знаете, здесь нету такой вот американская еда, потому что Америка, в общем, она состоит из иммигрантов, так что то, что мне здесь нравится, я не могу сказать, о, это американская еда. Мне здесь понравилась пицца. Это итальянская еда, да? Мне здесь нравится китайская еда, мне здесь нравится суши, японская еда. Поначалу мне не нравилась мексиканская еда, но, знаете, понемногу она тоже мне начала нравиться. Некоторая, немного. Мне нравится некоторая индийская еда. А что такое? Вот что американское? Что такое американское, чтобы мне понравилось? Гамбургеры, наверное, тоже это из Германии, наверное, мне кажется, да? Гамбургеры пришли. Но я не скажу, что я любитель, большой, огромный любитель гамбургеров, только если кто-то умеет их готовить. Обычно на гриле они вечно какие-то пересушенные. Если кто-то умеет делать сочные гамбургеры, да, я с удовольствием это съем. Сосиски, хот-доги, да, это, наверное, самая такая реальная американская еда. Мне они нравятся. А так, я думаю, вот американское, это все состоит как-то из той страны, как-то так вместе. А, нет, скажу точно, американская еда, это вот эта жареная во фритюре курица. И они в самом деле знают, как это готовить. Я несколько раз пыталась, я не могу сделать так, чтобы пожарить курицу в глубоком масле, да, и чтобы она была сочная внутри и не в то же время готовая. И для меня это очень трудно сделать. В ресторанах особенно афроамериканцы, они в этом такие специи. Если в ресторане вы видите, если вы хотите купить курицу, и вы видите шеф афроамериканец, он или афроамериканская женщина, они знают этому дело, короче, они профессионалы в этом, курица будет бесподобная. Нравится это мне. И все, что на гриле, это такое американское тоже. Мы любим гриль, особенно во время лета, стейки. Знаете, я не ела столько говядины в Украине. В основном у нас была это свинина, это наша, да. Здесь говядина, я наконец-то полюбила эти стейки, которые еще розовые внутри. Это мое сочное филе миньон, тибон, это красота, это я люблю. Вот это да, это американское, это мне нравится. Вот это, вот эти продукты, я думаю, мне пришлись по душе. Что нравится американцам из того, что мы готовим? Что нравится моему мужу из того, что готовим? Вы знаете, поначалу, когда мы только вместе начали жить с Дэнни, я пыталась там изощряться, да, пыталась готовить. И я поняла, что он вообще не совсем
Поначалу у него даже, знаете, от непривычки и живот не так работал к нашей еде, и, знаете, и в туалет он не так ходил, как привык. Все-таки от непривычки, это не то, что он там ему не нравилось, нет, но постепенно он начал к этому привыкать и начал заказывать некоторые блюда тоже. Ну, например, как такие блюда, как пельмени, он так и не понял, как есть. Он так и не понял, как можно есть равиоли, это он так их называет, равиоли, типа как итальянские пельмешики, а обычно они едятся там с каким-то соусом томатным. Он никак не мог понять, как это пельмени, как, с чем его есть, и туда нужен соус. А для меня масло, немного уксуса, черный перец, и это самая вкусняшка. Ну, может, иногда бульон. Он так может съесть, но это не такое, что «Ой, я хочу пельмени». Как-то не его. Вареники вообще он не понимает. Вареники с картошкой, говорит, что это тесто и картошка. Кто придумал такое? Он этого не понимает. Не все такие, но Дэнни у меня особенный. Вот, например, Джульетте вареники с картошкой ей очень нравятся, Габриэл, он вообще картошку не уважает, а пельмени у меня Скарлетт, Джульетта и Габриэл едят на ура. Анжелика нет, она к этому так и не привыкла. Тортики, которые я делаю, обычно я их ем. Вот почему-то наши тортики с моими... Ну, вообще у меня дети, вы знаете, они не сильные торты едят. Мы там покупаем торты на дни рождения. Вы знаете, торт с дня рождения с Тринити, 10 июля, до сих пор у меня в морозилке, тот, что с мороженого. Там еще четверть торта осталась. Вот как-то мы вот для близиру, знаете, купили, поели и все. Они больше там по мороженку, по всяким таким снекам, таким нет такого же. А мои торты, они могут попробовать, но не. Брауни, печеньки, кукис их, это им больше подходит. Так что для меня... но любят маковый рулет. Мои дети любят маковый рулет. Дэнни так и не понял. Он говорит, я теперь понимаю, почему ты это пьешь с чаем. Потому что как можно это есть просто так. Он так и не понял этот хлеб. А Габриэл и Джульетта, когда они только унюхают, они уже бегут за первым куском этого рулетика. Они меня понимают в этом деле. Селедка. Ни в коем случае, ни в коем случае. Я даже при них ее не ем, они как только нюхают, это столько беканья, так что они этого совершенно не понимают. Так что шуба, это нет-нет, это у нас не работает. Кстати, я, наверное, поставлю фотку на аватарку этого видео. Вы, кстати, видели вот это наше видео наших свиданий, там есть фотка, где Дэнни такой на что-то показывает, это так, это на шубу. Впервые, когда он увидел шубу, большинство американцев думает, что шуба это торт. И если вы не скажете, что это салат, они могут, например, вы пришли на вечеринку, да, каждый приносит что-то, они прекрасно могут поставить эту шубу на стол, где все десерты. Так что обязательно говорите, что это такое, потому что многие будут очень удивлены, и вам будет потом неприятно. Селедку большинство американцев просто не переваривают. Это нет-нет. А также шпроты. Шпроты это вообще не много шуток, тех, кто ест сардин, сардины, сардины, короче, ну, эти наши шпроты, они называют сардины, это тоже не прокачивает очень много. Вот у Лили первый муж, он был со скандинавскими корнями, у него это нормально, он когда к нам приезжал, он прекрасно ел эти бутерброды со шпротами и ни разу даже не это самое, не моргнул. Мой Дэнни, короче, мои дети то же самое. Если этот запах, они все сразу убегают. Я обычно это ем не при них. Единственное, что мой Дэнни приучился есть копченую рыбу. Наше первое свидание, мы были во французском кафе, и я заказала
на закуску нам принесли разный выбор копченой рыбы. И, по-моему, это он впервые попробовал. Он говорит: «О, это же выглядит сырым! Что это такое?» И, вы знаете, понемножку начал распробовать. Теперь копченый лосось холодного копчения и горячего копчения. В общем, это одно из таких любимых деликатесов. Ему это нравится. Мне тоже, Габриэлу тоже. Скарлетт долгое время ела. И теперь что-то у нее переклинило. Не ест она больше копченую рыбу. Джашек, вчера я ела копченую рыбу, он хватал это все и запихивал себе в рот. Так что я думаю, это еще у меня один украинский парень растет, как Габриэль. Икра. Дэнни раз попробовал, сказал, вкус рыбьих яиц, и больше после этого не пробовал. Но у меня есть отличный партнер по этому делу, это Габриэль. Габриэль любит икру, так же, как и я. Нам иногда везет, и нам перепадает икра от Ириного мужа, потому что Ира, у нас есть такая большая рыба, называется paddlefish, рыба весло, или рыба ложка. У него нос как ложка или как весло. Он ее ловит раз в году, и в ней есть черная икра. Если у них достаточно, иногда они делятся, и это круто. Дальше. Мой муж, наверное, одно из любимых блюд наших для моего мужа, это будет голубцы. Все американцы любят голубцы. Вот большинство из них, для них голубцы идут на ура. Это, наверное, одно из таких вот экзотических блюд, и очень-очень нравится. Борщ. Большинство, если они узнают, что вы русская, там русская с русскими корнями, спрашивают про борщ и начинают говорить: «Вот когда-то у моего одноклассника мама приготовила борщ, потому что она была с России». Короче, вот такие воспоминания: «Это было так вкусно, ты приготовишь нам борщ». Я обычно борщ не готовлю. Честно говоря, я выросла на нем, для меня это уже не экзотика, ничего особенного я в этом не вижу. Единственное время, когда меня еще могло переклинивать на борщ, это когда я была беременна, особенно в первый раз, вот тогда я хотела борщ, но я не хотела его готовить. К счастью, у нас был поблизости русский ресторан, и я туда заходила и покупала борщ. Теперь у меня есть мама, которая готовит борщ очень достаточно часто, регулярно. Так что борщ нравится почти всей моей семье. Ну, можно сказать, что всей семье. Так, чтобы младшие девчонки, это не так, что: «О, мы хотим борщ», но они поедят. А старшие, да, для них, они уже полностью понимают аромат этот, и Дэнни тоже любит. Единственное, что мой Дэнни не любит, когда мама начинает экспериментировать. Он когда привык к одному рецепту, а тут мама решила, что она еще бахнет чего-нибудь новенького, он говорит: «Это не то, это не тот борщ». Говорю: «Дэнни, ты не понимаешь борщей. Если бы ты только пробовал борщ каждой хозяйки, ты бы понял, например, борщ, например, какой Ира готовит и моя мама, это два разных борща». А потом я в свое время тоже готовила борщ, но просто не так часто. Мой борщ совершенно отличается от маминого борща. У мамы он какой-то такой оранжевый, у меня такой ярко-малиновый, в общем, и очень свекольный. Но любит это, он ест. Холодец. Никогда не готовьте холодец американцам. Это, наверное, на втором месте после селедки. Они этого не понимают. Холодец – это… Что это куриное желе? Куриное желе. Это мясное желе. Ни дети мои не понимают, ни мой муж это не понимает. Но единственное, я хочу сказать, когда я говорю: «Дэнни, ты понимаешь, что это самый лучший бульон, здоровый бульон, там столько желатина, это очень полезно». Это он понимает. Поэтому он холодец разогревает как суп и ест его как суп, бульон с мясом.
Вот так он его принимает, так он ему нравится. А в желатиновом, в желатиновой холодной форме, не-не, этого они не понимают. Мой муж любит Наполеон. Из всех тортов, которые я делала, Наполеон – это его самый любимый торт. И обычно я стараюсь на день его рождения готовить Наполеон, если у меня позволяют время, руки и дети. Да, это он любит, это он ест. Но он у меня такой, знаете, он не любит сладкого, он съест один кусочек на свой день рождения, остатки мне приходится есть самой. В общем, не для моей фигуры, короче, это не в помощь. Ой, что же еще такое сказать? Блинчики. Блинчики мама моя делает с мясом. Дэнни так и не понял прикола, что-то ему вечно не хватает в этом, блинчики с мясом. А вот блинчики с сыром и сгущенкой, не для моего Дэнни, но мой Габриэл это ест за ура, с таким удовольствием, всегда, всегда доволен, когда бабушка это готовит. Оливье. Дэнни ест оливье, он даже ест винегрет, хотя поначалу, вот знаете, вот американцы с буряком не очень дружат, вот с буряком, со свеклой, я извиняюсь, ну я с Украины, а свекла для них, это свекла, она так пахнет по-земельному, вот им так кажется, то... Мой Дэнни привыкал к этому, но теперь ест. Теперь ест и оливье, и винегрет. Даже шубу съест, если я сделаю его заместо селедки с копченым лососем. Это он возьмет и без всяких проблем. Что же у нас еще такого русского, что мы ему готовили? Ну, а такие, как вот курица табака, там жаркое. Это он ест... Огурцы наши, солененькие огурчики, это его любимое дело. Несколько, ну, где-то десяток лет назад у Дэнни начало повышаться давление, становиться высоким давлением. И обычно для людей с высоким давлением надо поменьше соли. А мой Дэнни, он может сладкое не так ест, а вот соленое для него было. И у меня Дэнни такой, если он за что-то берется, он идет до... с одного экстрима в другой. У нас он вообще боялся соль куда-либо бросать, и у нас еда была вся такая, но он наконец-то понял, что надо вот в меру, так что у нас как мы солим теперь еду опять, но не пересаливаем. И я начала делать свои огурчики, не те, что мы в магазине покупали соленые, а именно свои, смотри, Дэнни, они не такие соленые, как у них в магазине. Но очень вкусные, хрустящие. Он влюбился, он просто влюбился в них, очень их любит. Для него это как самая лучшая закуска после работы, прийти и схавать огурец. Так что для нас это очень-очень важно. Кстати, Анжелика любит, Габриэл любит. Еще? Ну, Джашик любит. Ну, я люблю, конечно. Кого? Что еще такое сильно русское у нас есть? Ну, если я вспомню, я дам знать. Но вот такие отношения. Так что голубцы всегда идут на ура. Борщ обычно тоже идет на ура. Селедка, холодец и икра. Шуба также. Нет-нет. И шпроты. И, пожалуйста, не пытайтесь получить одобрение от американцев от этих блюд. И не удивляйтесь и не обижайтесь, если вдруг они это не оценят ваших стараний. Это просто они к этому не привыкли, и у них свои понятия насчет этих блюд. Ну все, спасибо за просмотр. Я пошла пить чаек. Кушать свой бар, и до следующего раза. Пока.
вспомнила, еще моему мужу из нашей кухни понравилась гречка, на удивление, он ее любит, он узнал, сколько много полезного в ней, и часто просит просто приготовить ему гречку. Он любит ее с кучей чеснока, и иногда он просто ест гречку в молоке с сахаром, и она ему нравится таким образом также. Яш, ты где? Видите, мы ворота. Тринка пару раз на эти ворота залазила и их сбила. И мы решили, ну, этот забор. И что мы делаем, офисный работник? Здравствуйте. Вы уже залезли на стула. Вы тут дело делаете. Я не думаю, брату это понравится. Спасибо. Спасибо, мой дорогой. Давай слази, давай. Ты вы какая у тебя качелька. Молодец. Так что теперь малой понял. Вначале он не понял, он по привычке не заходил сюда. Ну, теперь для него дошло. Да, ой, моя ты радость. Гуляем. Анжелика говорит, я сегодня не работаю, пошли гулять. Ну, пошли гулять. Говорит, я не хочу по нашему соседству гулять. Поэтому мы пришли в историческое соседство. С красивыми домиками. Которым... много лет. Миллионные домики. Вот что-то я улицу нашла какую-то сильно, сильно бизи. Тут большие деревья, тень. Хоть у нас и 92 градуса, но в тенечке жить можно. Прикольный домик выглядит. Несколько домов на продажу тут. Такого испанского стиля, вот этот домик. Прикольно. В общем, бредем. Что-то, где наша тень? Наша тень исчезла. Пофотаю некоторые домики, вам покажу. Забрала девчонок. Габриэла еще ждем. Ага. Габриэл пришел, все в сборе. Так как я уже записала сегодня кучу, но так как это блоговый канал, я должна была вам показать всех моих детишек. И буду с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До встречи. Bye-bye.